Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. И сегодня я продолжу цикл видео, и это второе видео о том, как же пользоваться прямыми трансляциями через ваш мобильный телефон. Я расскажу вам полностью всю инструкцию. Итак, чтобы пользоваться прямой трансляцией, вы сначала должны, конечно же, установить Instagram на ваш мобильный телефон. Все это можете вы сделать через магазин, который уже установлен как программа на ваш телефон. И дальше следуем по шагам. Итак, вам нужно авторизироваться в Instagram и зайти в общую ленту публикаций на вашем телефоне. Где она находится? Внизу слева маленький домик. Вы на него нажимаете, и это будет лента публикаций ваших подписчиков. Дальше. В левом верхнем углу вы нажимаете на значок камеры и выбираете прямой эфир. Вы можете переключаться между передней камерой и задней, да, то есть вы можете себя показывать, а можете показывать окружающую вас среду. Для этого слева возле значка «Начать прямой эфир» вы нажимаете на две таких стрелочки и нажимаете «Начать прямой эфир». Прямой эфир начинается, и в нижней части экрана отображается чат, в котором ваши зрители могут писать, задавать вопросы. Еще показывать могут вам свой интерес с помощью лайков, сердечков, которые вы увидите как такой всплеск, фонтан сердечек. Чтобы увидеть, кто именно просматривает ваш прямой эфир, нажмите на иконку рядом с полем для ведения комментариев. Всем вашим подписчикам будет сообщено о начале вашей онлайн-трансляции. Также они будут видеть рядом со своей аватаркой приглашение в виде ярких таких кружочков. Там будет написано «Прямой эфир» на вашу прямую трансляцию. Также вы можете провести совместную трансляцию с любым из ваших гостей. Этот человек может сделать вам сам запрос на совершение совместной онлайн-трансляции, и вы его примете. Или вы можете выбрать любого из участников, из посетителей вашей онлайн-трансляции, и нажать на него, и позвать его присоединиться к вашей трансляции. Затем, когда вы захотите закончить эту трансляцию вместе с ним, вы нажмете на крестик в углу, и человек отсоединит. Вы знаете, что вашу прямую трансляцию можно сохранить как на телефон, так и в вашем Instagram на 24 часа, чтобы зрители просматривали ее. Итак, что нужно сделать? В конце вы видите в правом верхнем углу «Сохранить». Нажмите, пожалуйста, тогда ваше видео сохранится в вашем мобильном телефоне. И только потом вы можете внизу направить рычажок вправо и сохранить его у себя в Instagram. И зритель в течение суток сможет просматривать ваши видео, оставлять комментарии, лайки, даже делать репосты вашей прямой трансляции. Почему еще очень важно сохранять прямой эфир? Смотрите, в течение прямого эфира к вам, например, зашло всего лишь 20 человек. Но когда вы через сутки смотрите, вы видите, что у вас уже побывало более 1000 человек. Это очень важно, чтобы получить большой охват и, естественно, привлечь партнеров в ваш бизнес или покупателей на ваш товар. Кстати, очень классная фишечка. Если вы хотите добавить эмоции, добавить каких-то ярких красок в ваш прямой эфир, то есть такая функция, называется маски. Возле надписи «Начать прямой эфир» справа есть смайлик. Вы на него нажимаете, и выходит лента масок. Это еще очень круто работает, если, например, девушка не накрашенная, выглядит сегодня не очень хорошо, а ей нужно себя приукрасить. Она выбирает себе масочку, и вот она красавица. Там есть всякие зайчики, котики. Вы можете менять солнцезащитные очки одним взмахом пальца. В общем, тоже используйте это обязательно в своих прямых эфирах, чтобы было интересней и красочней. Итак, сегодня я рассказала вам, как же проводить прямой эфир, куда нажимать, что делать. И я надеюсь, что вы это используете уже сегодня. Ну а следующее крутейшее видео, о котором я расскажу, о 10 секретных фишек прямых эфиров. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. И давайте прощаться. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока!